Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Toyota Avensis 2016 года. Это у нас тоже зеленоглазое такси, а работа из серии «Моя любимая». Итак, что же мы имеем? Мы имеем вот такой вот втюх. У нас повреждено крыло, задняя дверь, передняя дверь и порог. На пороге оторваны клипсы. И, в принципе, на настоящий момент только поэтому она и меняется. Вот. Ну, раз это платит страховая компания, то постараться надо взять по максимуму. Обмануть страховую компанию не получится, потому что после начала ремонта я должен буду позвонить страховому агенту, который придет и будет проверять, как мы это все ремонтируем, как мы обрезаемся и как мы заказываем и меняем, ставим оригинальные запчасти. На передней двери у нас вот такое вот повреждение. Больше у нас здесь повреждений нету. А вот задняя дверь, понятное дело, она пострадала до неузнаваемости. Здесь верх отошел. Здесь у нас щель открылась. Ну, это понятно, что она под замену. Здесь у нее тоже неприятности. Еще неприятности вот с этой никеляшкой. Ее придется очень аккуратно снять и переставить, потому что это не оригинальная деталь. И я даже не представляю, где ее можно заказать. Поэтому мы ее очень аккуратно вернем на свое место. Дальше. Вот здесь у нас все складки и все ужасно. И вот здесь у нас тоже, видите, складочка. Вот она. Здесь у нас складка, вот она. Вот. Когда мы вот так освободим, это должно пойти на свое место. Мы еще подкрыльник должны будем выстучить, поэтому, в принципе, с этим вопросов быть не должно. Хотя, с другой стороны, можно ее черкануть и вот так, его крыло. Вот так, давайте приблизительно определимся, покуда мы будем обрезать. Я думаю, мы это сделаем. Так, для начала вот так, отсюда. А новую деталь мы отрежем чуть выше, и у нас вот эти отверстия будут для ориентировки. Потому что сильно залазить сюда я не хочу, чтобы ориентироваться по этой детали. Вот, поэтому обрежем вот так изначально. А здесь мы обрежем, ну, наверное, где-то вот так. Это у нас будет очень выгодно, потому что часть ее будет перекрываться вот этой никеляшкой. Часть шва будет перекрываться порогом, поэтому там можно будет немного схалтурить. Ну, где-то так. Дверь нам надо будет сразу, наверное, снять, защитить салон всякими возможными способами. Резиночку мы по кантику снимем. Ну, короче, снимаем все, что нам может помешать или что может пострадать в результате нашего вмешательства. Вот. А что касается новых запчастей, они мне уже все пришли. Разумеется, все оригинальное, потому что не оригинальных их просто не бывает. Так, дальше. Вот здесь у нас вырезка крыла. А здесь у нас пластиковый порог. Так, что касается крыла. Ну, крыло там не сильно длинное. Дай бог, чтобы нам его хватило именно потуда, покуда мы рассчитываем резать. Надо будет аккуратненько, а то обрежем лишнее. Придется делать потом дурную работу. Что касается по тойотовским запчастям, это просто сумасшествие. Дверь около 600 евро. Крыло около 500 евро. И пластиковый порог
заметьте, пластиковый, 370 евро. Не считая разной мелочевки, там так россыпью еще кое-что не хватает, еще кое-что будем заказывать, но это по мелочи. А пока давайте вернемся именно к машине, вернемся к обрезанию деталей и демонтажу двери. Вот так у нас под крылом пошли складочки, видите? Здесь нормально, а внизу так здорово примято. На самом деле ничего страшного нет, нам их придется потянуть, повести на свое место по мере сил. А так все остальное замечательно. Там вот такие вот клипсы хитрые. Надо вот этот грибок поднять инструментиком, а потом целиком вытащить. После демонтажа заднего сиденья под ним остается вот такая вот жердочка классненькая. Если вдруг у нас ремонт не получится, то эту машину можно будет легко превратить в курятник. Это, как вы понимаете, дополнительный плюс. Вот эти резинки я всегда рекомендую намечать относительно кузова, чтобы потом не мудрить, как же она у нас была. Потом этот маркер мы без труда сможем стереть. Хотел так отцепить, а оно как бы и само отцепилось. Обратите внимание, что крыло пришло обрезано практически в том месте, которое мы с вами определили как наиболее удобное. Вот мы здесь взяли 2 сантиметра от этой прорези, ну а здесь 5 сантиметров. Ну, в принципе, вот такие мы с вами молодцы. Еще что касается крыла. Крыло приварено вот здесь. Вот здесь вот оно у нас уже заканчивается. То есть порог идет совершенно независимая деталь, что я нахожу очень удобным. И готов признать, что до настоящего момента демонтаж этой машины был вполне себе удобный, что неожиданно приятно. Так, ну что, давайте защитим вот этот проем и будем обрезать крыло. Как вам идея?
Хорошо так, да? Ну вот, а теперь пришло время на этом этапе звонить страховщику, чтобы он пришел и обнаружил, что мы действительно все спилили, а не отремонтировали и поставили старое. Страховой агент пришел, поделал фотографии, поделал копии из документов о закупке запчастей. Вот, и теперь можно продолжать. И продолжать мы будем с раскройки крыла. Сейчас мы его померяем, как мы его отрежем здесь. Вот. И я думаю, можно будет его закохтить, чтобы не трогать, чтобы лишнее не вставлять через отверстия, там, отвертки, гвозди и так далее. Мы прям через отверстия, которые предназначены для замка, вот так их болтиками и скрепим. Вот эту часть для примерочки. Но так как мы будем резать ниже, мы это сделаем, ну, например, вот так. Раз. А здесь мы сделаем вот так. И будет классно. Вот так мы будем ориентироваться. Мы сейчас возьмем родной деталью, прижмем. Ну, не сейчас прям сразу. Ну, так мы будем в последующем поступать. А здесь мы можем ориентироваться по вот этой выемке. Но прежде чем мы будем сейчас закреплять, нам надо вот эту часть подкрыльника выдавить. И вполне возможно, что вот этот залом у нас, ну, если не весь, то большая его часть уйдет. Ну, как-то так. Почти-почти уже не видно вот эту складочку. Вот здесь у нас еще залом. Мы его зарисовали.
Почему? Потому что вот здесь, вот в этом месте, должно быть чуть-чуть, вот эта бровка открыта на нас, она очень сильно зашла сюда. То есть здесь внутренней складки нету, чтобы здесь тянуть, именно вот сама бровка ушла. Отлично, это у нас чуть подшпаклюется тонюсеньким слоем и будет все замечательно. Ну что, давайте теперь примерим фрагмент крыла, как он у нас сюда прилегает. Наверняка нам надо будет еще вот эту деталь доработать чуть, или вывести сюда, или вовнутрь. Ну сейчас это все будет видно. По машине у нас пропил начинается вот здесь, а заканчивается вот здесь. То есть он идет приблизительно вот так. Поэтому мы берем, отступаем немного, например, сантиметра полтора, и делаем пропил выше, но в этот раз уже через обе жести одновременно. Вот так. Так точно сделаем и в нижней части, и тогда у нас все совпадет, ну, должно совпасть хорошо. Я не примеряю дверь сейчас по одной простой причине, потому что здесь у меня сошлось. В идеале здесь у меня сошлись все отверстия в идеале, и внизу у меня сошлись отверстия тоже хорошо. Поэтому, если у нас где-то и будет не совпадать, то будет не совпадать исключительно из-за того, что у нас родная жесть на машине немного стоит не на своем месте. Мы ее всегда сможем поправить, вывести неровности жести относительно новой двери. Поэтому это меня сильно не беспокоит. А вот здесь давайте мы черканем через две жести. Вот так. Варить мы потом обе жести будем на стык, поэтому я здесь не буду выгинать, как однажды показывал я это. Почему? Потому что здесь площадя очень короткие. Смысла особого в этом нет. Поэтому режем сразу. И ставим дверь, меряем, ну и все по графику. Thank you.
Вот так, видали, как все у нас хорошо. Сейчас, к сожалению, нельзя приложить и так зафиксировать, да, она упадет. Вот, значит, у нас какая задача? Мы-то потом, понятное дело, зафиксируем и приварим. Но на данном этапе у нас задачка. Мы разберем дверь от этой машины, вытащим с нее замок. И замок мы поставим на эту новую нашу дверь. Потом мы поставим на крыло скобу и попробуем, как это у нас все закрывается, как прилегает, при необходимости отрегулируем. Потом мы ставим наш фрагмент крыла, прихватываем его болтиками, можно прихватить, можно даже соплю сварки прихватить. Ну, посмотрим, как мы это сделаем. И одеваем резиночку по канту, и опять мы пробуем, закрываем, как это все у нас держится. После всех этих проверок крыло можно будет начинать обваривать. Но сначала замок. Так, что получилось без примерки? Чуть-чуть надо вовнутрь. Классецкий. Идеально. Класс. Теперь давайте прикинем фрагмент крыла. Класс, класс, класс. Классно. Теперь резиночку ставим и проделываем то же самое. Болтики, которые я закрутил сюда, и болгарочкой с обратной стороны срезал кончик, чтобы можно было резинку безболезненно поставить, чтобы она острый кончик болтика не порвалась. Класс! Уже можно так и оставлять. В принципе, можно уже зачищать, можно уже бить дырки по периметру и увариваться.
Я тут новую масочку купил. Вот такая вот модная. Чем эта маска классная? Тем, что она без батареи. Той, которая работала до этой, были батарейки, и они периодически начинают глючить. Ну как, сдыхать, да? И все, перестает масочка работать. А это будет через нее видно вообще все. Можно газеты читать. Классно. Нарисовалась еще одна очень неприятная проблема. Здесь у нас все чудно. Сейчас мы дунем грунтовку. Дверь у нас тоже подготовлена. На нее мы тоже дунем грунтовку. Грунтовка разведена. Катализатором замешана. То есть не использовать, она высохнет. И тут мне на глаза попадается вон та вмятина, про которую мы совершенно забыли. Поэтому придется ее грунтовать отдельно. Ремонтировать и грунтовать отдельно. Ну что? Значит, загрунтуем отдельно.
попробуем снять ручку. Мне кажется, что ее можно снять без демонтажа двери. По крайней мере, вот эту маленькую накладку-то точно. Вот я ее сейчас снимаю. Но мне больше интересует, выйдет ли вот это. Это есть. И вот здесь через щелку я наблюдаю. Там есть такой желтая хрень такая, как вилка вставляется. Я думаю, она сделана специально желтого цвета, для того, чтобы было понятно, что она там неспроста покрашена в желтый цвет и что-то там держит. Мне кажется, она держит нашу ручку, потому что так она просто не высовывается. Давайте я попробую ее сейчас туда-сюда, потом вам расскажу. Вот сейчас я вам попробую показать, что я имею в виду. Вон, видите, желтенькая такая штучка. Вот за эти кончики, которые потолще, видите, такое утоншение, потом баклушка такая. Вот я думаю, что их надо вот так раз и открыть. Но это я так думаю. Сейчас я буду пробовать, а вам по ходу пьесы буду рассказывать, что я делаю. Да, точно так и есть. Оно открылось приблизительно вот под таким углом. То есть где-то градусов на 65. Ну это если кто-то будет снимать. Ну, ура-ура. Все, мы добились поставленной цели. Почему я так радуюсь? Мне бы очень не хотелось снимать обшивку, потому что зеркало, в принципе, мы можем здесь очень хорошо обклеить. Этот пластик, между пластиком и дверью, есть такое расстояние, наверное, в миллиметр. Поэтому мы очень хорошо сможем и обклеить, и залить туда краской лаком. Здорово. Здорово, здорово. Так, ну что, давайте вычухиваться. Давайте чухаем грунтовку на двери, на крыле, обклеим бумагой и красим. Что касается обклейки, вот здесь, так, как же мы сделаем? Здесь мы красим все, и, наверное, вот до сюда мы красим все, а вот здесь по уголку, совсем незаметно, мы сделаем поролоновым шнуром, вот так вот обрубим. Постараемся сюда дуть как можно меньше лака и краски, чтобы у нас рубца не получилось. Что касается снизу, здесь проще. Здесь мы красим. Это мы красим все. Потом вот здесь мы покрасим вот эту часть до вот этого места. Так как у нас это за дверью скрыто, вот здесь мы можем также из поролонного шнура сделать рубец, его видно не будет. Кстати, вот смотрите, что касается заводской краски, видите? Я думаю, вам видно хорошо. Видите, вот это покрашено на заводе, это машина 16-го года, она совсем новая. Понятное дело, что это не в мастерской, а это именно сделано все на заводе. Тем не менее, краски здесь положили недостаточно, она просвечивается ее черная сущность. Вот так, видите, по всему кантику. Вот, и здесь тоже продолжается. Наверняка это далеко не единственное место. Так вот, когда говорят, ну это ж ты красишь, качество-то не такое, как на заводе. Скажу я вам, друзья, на заводе тоже бывают вот такие вот
бока. А вот если бы я такое оставил после ремонта, вот после моего ремонта получилось, вот так краска просвечивается, то некоторые клиенты, вы не, даже не представляете, как бы они верещали и сказали: посмотри, что же ты наделал, ты мне всю машину испортил. Как с этим дальше жить, непонятно. Ну вот вам, пожалуйста, качество совершенно заводской покраски. И почему-то человек, когда машину покупал, его не смутил тот факт, что машина, как это любят говорить, пол машины не покрашена. Я вижу будущее. Да, так и есть. Когда я закончу ремонт, хозяин этой машины в подарок мне привезет точно вот такую бутылочку Абсолюта. Да, так и есть. Эльдар, спасибо тебе. Будут проблемы по машине, обращайся. Все решим. Поехали дальше работать.
От хозяина машины поступила еще одна небольшая просьба. А именно, пищат ремни. То есть, если кто-то сидит на заднем сиденье и не пристегнутый, у водителя на табло пищит зуммер. Вот. Ему это не нравится, он говорит, отключи их, пожалуйста. Что мы делаем? Ну, во-первых, мы определяем, на замыкание или на размыкание идет у нас сам замок ремня. Для этого мы сейчас берем, зачищаем два провода, обрезаем их и пробуем прозвонить. Если ремень не включен, не воткнутый, у нас пищит. А если ремень воткнутый, то пищать он не должен, да? Правильно. Вот, то есть у нас идет замок на размыкание. Что это значит? Это значит, мы просто тупо можем это, эти два провода обрезать, вот так свернуть, и у нас он будет всегда разомкнутый, как будто бы ремень включенный. Точно так делаем с этими двумя. Ну вот и финишная прямая. Крепим дверь, подсоединяем, регулируем. И все. Пойдем на свет. Итак, что у нас получилось в итоге? В итоге мы имеем правильно отремонтированную машину. Это у нас все было бито, а сейчас у нас все прелестно. Зазор между двумя дверьми у нас идеальный. Между крылом и дверью у нас зазор правильный. Машина открывается. Здесь у нас все аккуратно и правильно. И здесь у нас все аккуратно и правильно. Рамка двери мешает, тень падает. Но от этого правильность не страдает. Поднялся на улице ветерок. Наверняка слышно будет неважно. Ну, в принципе, слушать тут больше и нечего. Смотреть надо. Звоню клиенту, говорю, что мы все сделали. Получаем
кучу денег. Хотя кучу денег нам заплатит страховая компания, а клиент просто сядет, пожмет руку и уедет. Очередной ремонт мы закончили. Закончили, как вы видите, достаточно успешно. Нам осталось только позвонить клиенту и объявить об окончании ремонта. Пусть он приезжает со счастливым лицом, забирает машину и работает на своей таксишке на здоровье. А мы будем подвязывать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи, пока.